кости. У нее были множественные переломы таза. Одежда. Похожа на шерсть животного. И даже пальцы. Отморожен. Узнайте, как с помощью одной лишь криминалистики эксперты могут установить личность человека, выбирая из 300 миллионов вариантов. Это не похоже на кино. В жизни у каждого тела своя история. «Будни криминалистов». Сегодня в 20:00 на канале National Geographic.